Дань, что это ты делаешь? Опалубку также уже. Уже много-много лет. Да все уже готово почти. Осталось доделать красоту. Кстати, это будет произведение искусства. Олег. Долбишь? Долблю. Что это такое? Ай! Попался. Ага. Тут будет проходить вода, обратка, электричество. О, правильно распределяем деньги. Вот так. Мы очень умно распределяем все, потому что мы изобретатели. Я изобретатель, конструктор-новатор. И я с вами сегодня на канале Бегак ТВ. Я Александр Бегак. А кто я такой, можете, кто первый раз смотрит, посмотреть на разных ресурсах в интернете. Что-то есть плохое, что-то хорошее. Я думаю, самое лучшее — это то, что вы на моем канале. Поехали. Итак, стер ку-ку. Друзья, это у нас стерх. Один из самых крутых проектов. А это у нас гости. Ребята пришли. Привет всем, вот так. Всем привет. Подписывайтесь. О, правильно. Так, Серег, на, держи. Друзья, я проведу небольшую экскурсию, а вы посмотрите. Что вы хотели узнать? Что такое беголет? Хороший вопрос. Это машина-самолет, которая умеет ездить, плавать и летать. Это пример самого, ну, скажем так, революционного вида транспорта. Он может с разгона в воду въезжать, ехать на электрической тяге больше 100 км в час и обгоняет Мерседес, потому что скорость очень большая. Ну, он за 2,5 секунды 100 км в час развивает. За счет... Да, но дальность пока маленькая, аккумулятора. Ну, со временем будет. Маленькая экскурсия по хаосу нашей лаборатории. Начнем с машины. Бегахаус, да, кстати. Кто смотрит, подпишитесь, сразу лайкните, да. Потому что это... И вы тоже всем друзьям разошлите. Да. Это у нас аэродромная машина. Вы не видели раньше, но как бы она была полностью ржавая, грязная, негожая. И вот я ей немножко привожу дизайн. Ребята... В том числе ваши ровесники, вот Матвей, один, второй, там Федор, Тимур, по-моему, да, Тимур? Да, Тимур был. Вот, и эта машина у нас в результате будет на аэродроме. Здесь будет надпись «Бегак ТВ», аэродром «Сердце мира». А «Сердце мира» не просто так, у нас, я сейчас вам покажу талисман. И с нашим дизайном, зеленый серых тонах я выбрал дизайн. Я думаю, это самое лучшее, потому что травка зеленая и так далее, романтика. И все гении выбирают зеленый цвет, поэтому... Ну, так красиво даже. Да, красиво, согласен. Дай-ка ты рыбочку. Тебя как зовут? Слава. Слав? Ну, ты хотел задать еще какой-то вопрос. Вот ты задал, что такое беголет. Да. И вообще нравится здесь? Да, нравится. Вы же помогаете нам еще аэродром строить, насколько я понимаю. А 15 числа, кстати, по-моему, августа, к нам еще группа тоже ребят приедет из Ставрополя на экскурсию. Вот, тебя как зовут? Леня. Леня. Хулиган Леня. Ты? Максим. Максим. Чем увлекаешься, Максим? Плаванием. Смешанным единоборством. Правильно, у меня тоже многоборье. Я мастер спорта. Так, а ты у нас? А я, говорит, люблю компьютеры. Я тут два. Да, я знаю. Ладно, держи. Продолжим. Смотрите, это у нас... Друзья, не забывайте, что это в лайфе все идет, поэтому в движении будет. Работаем, да? Так, это Greenfly. Вот у нас пробилось колесо. Сегодня монтировали. Завтра купим резину после того, как зальем бетоном то, что там находится. Он у нас полностью функциональный, то есть он работает полностью идеально. Он ездит и летает. Можно поставить на воду, он будет плавать. Ну, на плоскодонке. Это будет тоже скоро сделано. Большая емкость, которая как бассейн, да, вот, ну, назовем бассейн, она предназначена не только для купания, она предназначена для того, чтобы можно было тестировать нашу технику. Вы в скором времени тоже это увидите. Здесь... Я всем показывал, но сейчас повторяться не буду. Вы сами, главное, подойдите, покажу. Здесь у нас камеры. Они сразу пишут, как только садитесь в беголет, включаете его. Заднего вида, переднего. Партроники. Назад, когда начинаем сдавать. Вот, видите, переключился партроник. Вы знаете расстояние, можно сдать. И два очень мощных винта. Серый, покажи поближе винты. Прям вот крупненько покажи. Винты очень необычные, мое изобретение, они сделаны с импеллерной тягой. Это такая штука, которая увеличила мощность двигателя, ну, мощность винтов. Ну, а вот эта вся штучка, она и обесшумливает, и
обеспечивает безопасность. Плюс в полете он как крыло, стабильный. Пойдем дальше. Про этот я вам говорил уже, да, в двух словах. Это беголет, который ездит, плавает, летает. Он у нас рассчитан на испытания в основном. Ну и был построен очень быстро. Но здесь очень мощные двигатели, очень, все очень, очень крутое. Про стерх я, по-моему, говорил, но не знаю, на камеру или нет, но вам еще расскажу. Это новый проект, который в скором времени все увидят. Это четырехместная штука. А еще это называется рыболет. Кое-кто знает это, да, Игорь Рыбаков? Ага. Я вылежу. Вот. Дальше. Это у нас на ремонте. Это для спецслужб была сделана история. На ней подвешивается специальное оборудование, и он летает так тихонько, красивенько. Мало кто видит, поэтому цвет с радионевидимостью, такой необычно шершавый, авиационный. Поэтому, кстати, цвет тоже проектировали мы вместе со специалистами из института. Ребят, а вот эта штука, которую вы видели на поле, которую гоняют. Сейчас, на следующей неделе, я уже начну на нем летать. Ту-ду, надеюсь, не все будет. Он у нас полностью готов. Резину мы никак не поменяем. Я привез резину новую, поставим резину, тормоза, и все. И он готов. И этот аппарат летает с парапланом, с парашютом, ну вот где там. Ну, где-то там сбоку нарисовал. А можно на него поставить потом жесткое крыло. Вот это, видите, крыло большое. Да. И он с крылом может летать как уже самолет полноценный. Такого в мире тоже нету аппарата, который бы менялся. Здесь у нас хлам. А точнее, это запчасти беголета, ну, всякие педальки и так далее. Ну, это для ремонта. Ну и, конечно, у нас беспилотник. 15 тысяч метров высота полета расчетная. Я хочу на нем облететь вокруг земного шара, когда увеличу его в размерах. Я сначала испытаю, а потом полечу вокруг земного шара без посадки и дозаправки через северные и южные полюса планеты. А вот такая мечта есть. Кто со мной? Вот есть один. Вот, вот герой, вот, смотри. Все, полетела. Давай, шапочка, полетела. Давай. Все, здесь у нас студия, ребят. Я про это говорить не буду. Это будущее, из будущего машина, она аэротоксина. Для вызовите как... Заходите, не стесняйтесь. Вызовите по телефону, и она будет летать. Здесь мы с ребятами, вот, смотрим, собираем радиоуправляемый самолет. Вот такой, очень клевый. Сейчас подклеим все. Ну, когда он там 31-го вернется. И будем учить меня летать, и Матвея, и всех, кто там захочет. Пока не разобьем. Вот, здесь у нас хромакей. Здесь снимается кино. Кино вы скоро увидите. А увидите вы кино, кстати, вы тоже увидите кино. Знаете, когда? Когда мы увидим кино? А ну... А? 22 числа на премьере. Когда? 20-го. 20-го или 19-го, да? Мы еще не решили. Друзья, все зависит от того, как губернатор, полпред и... Нет. Как мэр скажет. Он же хозяин города. Ну, а мы поможем сделать хорошее шоу, если он поддержит нас. А я надеюсь, что город поддержит. Письмо мы написали, да? Вы же все волонтеры, помогать будете? Да. Вот, дети хотят, так что, Дмитрий Юрьевич, смотрите, дорогу построите, надо открытие сделать хорошее. А мы полетаем. Да. Так что подписывайтесь на канал, делайте вот такие лайки. Подписывайтесь. Не подписался, без... не остался. И завтра будет интереснее. Пока. Подписывайтесь.